Скорпи Бро, ты Скорпи неправильно просто. Скорпи Бро написал, во-первых, а во-вторых, он там в какой-то новой гильдии жесткой. Будь здорово. Что за скорпион это кто? Сейчас был из Mortal Kombat. Сейчас бы Лукаша не знать. Так, у нас походу драфт начался наконец-то. А то уже шутки заканчивались постепенно. Надо еще ставить на последнюю паузу. Так, Team Solomid и Infamous Legion. Быстро улетают в баны у нас. Лира и... А вообще драфты какие-то быстрые. Да у меня трахил, друзья. Хорош. Так, ребята. Ну что, что думаете о пиках? Лёша? А чё драфты такие быстрые? По кадры не знаю еще, что думать. Что, Макс? Ну вот Кэстрел, мне кажется, убит. Говорю, драфты такие быстрые, я даже не понял, что они напикали. Что это? Так, теперь Лёха, говори. Мне кажется, вот будет интересно на Кэстрел посмотреть. О, кстати, вот Ордан вот залетел. Тут Ордан с кошкой, мне кажется, будут тут уделывать. Ну, вот. Ордан с кошкой, но... Лучше подажу с кошкой, конечно. Ну, хотя Ордан с кошкой... Ну, это лучше, да. Я даже с кошкой, в принципе, тоже нормально. Ой, Ордан с кошкой, но... Вообще, с кошкой любой герой нормально заходит, по факту. Там как бы... С Орданом. В смысле, с Орданом? И с Орданом нет, тоже нет, нормально. Нет, я имел в виду именно кошку. Оу, оу, фанаты подъехали. Фанаты... Фанаты Team Solomid подъехали. Я помню, зашел на стрим в Ансии, он играл крулом против Питаль. Он собрал 4 предмета на урон, 0 дефа, даже блок не купил. И просто убивал Питаль в соло. На ком он играл? На круле. Оу. Почему ты вспомнил этот момент? Ну, потому что тут было написано, что он ОРП. Я думаю, так и есть. А где ставки? Уже поздно. Наверное, да, Антон? Да ладно, я сделаю. Неважно. Катя очень сильно проседает. Она бегает просто из стороны в сторону, пытаясь как-то выиграть премию. И отвлечь внимание, кошка за ней бегает. Теряет кучу времени, пока там... Ланс пытается кого-то убить. Все, поехали ставки. Попадает два героя под горение, и, скорее всего, кто-то сейчас должен умирать. У кошки очень мало хп, и она умирает. Хороший рут по Ордану, он попадает опять под горение. Должны здесь забирать Ордана, но... Но тем временем переключает свое внимание на Кестрелы, она умирает, остается Ордан на лоу хп, как и Катя, и Ордан тоже умирает, и это 3-1 в пользу Infamous Legion. Ну слушай, обе команды достаточно жесткие, но Infamous Legion... Катя выиграла просто кучу времени, она бегала из одного куста в другой вот так вот несколько раз, пока кошка за ней бегала без бафа скорости. Infamous Legion — это ребята жесткие, они вот вчера у нас порвали... Сноу как раз порвали со своей ЦП Гвен просто камбэком, как мы сидели с тобой говорили, что... Да фу, ЦП Гвен, не знают, что они делать. А потом получилось так, что Кэстрел улетала с одного первого скилла. И эти еще три кусочка пробоя. Я говорил, не говорил, что ЦП Гвен плохая. Я говорил, что это герой на два скилла. Не, в плане того, что мы говорили, что Infamous Legion просто не знает, что с ней делать. Тем временем там кошку убивают. Теперь ее кошку забрали, да. Да. Еще и Ордана взяли. Еще и Ордан вкатится, да. Что-то как-то, мне кажется, зал будет сейчас... А все потому, что... И не успели забрать Катрин, вот это вот обидно. Попал под баф, под горение даже. Ушла на 30 хп, вот это обидно, да. Ой, она еще сейчас агрессировать будет, серьезно? Так опасно. Ну а что, понаглеть-то можно. Да нет, против кошки, она быстро сократит дистанцию. Вот то, что кошка сейчас взяла хил, это проблемно. Ой, хорошо прожимается хил. Будут мансить, пытаться раскайтить. Кошку, Дэвт Кью, ты зачем встал? Лол, он, видать, магаз. Он закупался, пытался что-то закупить. Да, наверное, хилку хотел купить. Ну, сейчас кошка еще и заберет ланса, да, вот забрала. Что-то я смотрю, у меня как-то, мне кажется, стрим немного с задержкой. Вот я смотрю. Антон, какая у тебя минута? У меня 3.11, 3.12. У меня 3.05. Ой, ну обнови, сделай в это, качество 3.11, хуже. 3.13, 14. Сделайте качество хуже, потом лучше еще раз. Окей, я сейчас просто перезагружу банально еще Twitch тоже. И нормально будет. Я вас быстрее. Довольно агрессивная игра, подвижная от обеих команд, постоянные драки. Вот прошло 3,5 минуты, а уже 7 убийств было сделано. Ну, слушай, как бы команда-то не... Вроде как
у нас неспокойные сейчас. Что Infamous Legion, что Team Solomid любят подраться, но пока что драться получается лучше у Infamous Legion. Да и вообще, как бы... Вчерашний день... Кистрел просто не может себя проявить на в полную эффективность, так сказать. Вчерашний день... Нужно ей золото, нужно ей предметы, чтобы носить хороший урон. Вчерашний день показал, что TSM готовы несколько хуже к турниру, чем Infamous Legion. Либо просто у них соперник был полегче, спагетти там грызаются. Надо убивать Вонка, он там под горением был, но уже нет. Рут по Чаку, в принципе, неплохой. Но только вот Катрин осталась одна, теперь попытается убить через щит. Не получается, а Дажик не может помочь, он зря подошел. Его кошка сейчас порвет, буквально тычки не хватает. Нет, к сожалению, для кошки. Очень вовремя подоспел Ордан и засейвил свою кистрел. Вот ошибка была. Катрин, черт знает, куда пошла. До скольки побед, Антон? А ты не знаешь? А чё, Антон? Не помню, я не уверен, если честно. Best of 3. Он так в чате спрашивает. Best of 3. До двух, короче, побед, ребят. Самый трэш начнется завтра, вы не волнуйтесь. Ну, завтра это точно. Ну, вот я вот сейчас перезашел, у меня 5 минут еще. О, ну, ну у меня 5-10. Ну, нормально. В принципе, я же все равно вам это... Постфактум анализировать. Кошка тут самая сильная, да. Ну... Ой-ой-ой. Конкретно сейчас, возможно. Ребят. Ну, конкретно на этой минуте. Ой, там драка идет тем временем, убивают спагетти. Пытается Картрин убить Кестрел, но взрывается на мине. И Дефт Кью остается один, уже 5-5 счет. Вот мы и говорили, что Team Solomid... Вот мы говорили, я говорил, да, не буду вас приплетать к моим словам. Я говорил, что Team Solomid несколько несколько слабее, мне казались, по крайней мере. Но, возможно, они в этой карте смогут доказать обратное. Блин, вот мне этот скин, тычки Адажио в этом скине, они такие воксовые, прям вот вокс. Ага, да, вот там было даже, я что-то бывал путал. Но это хорошо, они более заметные. Да. Ну, заметно, но когда, допустим, играют Адажио и Вокс, можно там реально иногда и перепутать немного. Почему вы ловушку инвиза называете миной, Антон? В смысле, ну... Ну, почему я называю ее миной? Ну, потому что там смысл... Из-за лимита, что ли? А? Из-за лимита? В смысле лимита? Ну, там... Блин, у нее в лимите второй скилл выглядит как мина. Нет, ну мина, ловушка, мина в плане того, что типа ты на нее наступаешь, да? Ты на нее наступаешь. Обычно как? Ты в жизни на мину наступаешь, она взрывается, тебе ногу отрывает. А тут точно так же. Ну если только так. Не, ну что, как бы мы пока комментируем-то особо не всегда бывает. Ой-ой-ой-ой-ой, там начинается тимфайт очередной, ставится стеночка от флеш Икса, дальше будет продолжение. Не туда пошла Катрин. Два человека в стан попало, даже три, и вон еще даже. Катрин опять идет не туда. Она, по-моему, это... Ну, она правильно сделала тем, что отогнала кошку от своей команды. Так они могли попробовать задавить под вышку. Да нет, нет, я думаю, там... Ой, рут-то неплохой, кстати говоря. Но дальше продолжения не будет. Блин, у меня отстает все равно стрим. Да, что-то так немного, ну... Не знаю. Какая минута? Секунду, вернее. У меня... 7.12. 7.43, 44, 45. Ну вот у меня так же, как у тебя. Жесть просто. Что-то я не знаю тут. Ну это уже я не знаю, почему интернет-то нормальный. Так, пацаны, меня слышно? Да. Кошка ультанула в Катю только потому, что у нее не было другого выбора. Либо Катя убегала, либо она сейвила фраг. Лансе много защиты, нужно больше урона, но не скажи, Лансу порезали защиту в последнем патче. Вот этот вот фигня, она туда идет, видишь, антенки. Так, возвращаюсь я к вам. Сколько... Я так прохал ульту, надеюсь, отпушить крипов как можно быстрее, не знаю, что это было. Либо это просто мисклик был. Текст.
Чё, так, вот сейчас у меня 35-я минута, я думаю, нормально уже, получше. Хочешь, давай выпьем. Там убивают тем временем, кошка Лэнса просто раз на раз разбирает. Через стенку нашла в лесу. Ну все, да. На Infamous Legion хоть кто-то стоял, да, много народу. Ой, стенка от Ордана неплохая, там умирает тем временем Катрина и умирает Адажик. Адажик, он не может уйти, потому что клетка. Да, под стенкой, а сейчас его тоже расстреляют. Короче, пока я иду смотреть аниме. Анимехи. Ня, пока. Пацаны, я на КС играю. Держи в курсе. Макс. Что? Ты у кого фразу своровал? Тебе так это интересно? Ну, блин, ну просто... Она такая... Ты так интересно ее произносишь? Да у тебя вообще это... Я тебя держу только по одному, по одной причине, потому что у тебя это интонации очень необычные. Сложно интонации, что-то слово какое-то. Да как, ну чё, ты не понимаешь что ли меня? Ну конечно ты меня не понимаешь, ты ж хохол. О, я тебе ВКонтакте потом все выскажу. Ну ВКонтакте-то. Да ладно. Действительно. Все с тобой понятно, хорошо. Да ладно, Макс, ты не обижайся. И все, и тишина. Поглумлюсь еще, что тебе придется всю ночь комментировать. Ну ладно, вот я тебе... Я же тебе не смогу ничего сделать, а что ты думал, в сказку попал, что ли? А ты хорош. Вот тут попытались напасть на Катрин, но Катрин вовремя ушла. Сейчас бы на Катрин попытаться напасть. Ну, знаешь, там Катрин... Макс. Виталик, ты в курсе, что я знаю твой ВКонтакте? Это как угрозы такие. Может, ты забыл, конечно, я напомню. А чё, у нас тут ничего не происходит пока. Ребята фармят просто на карте. Все пока ровно достаточно. Ну, 9-5, правда, сделали, Team Solomid. Ну, как ровно? Там 4000 плюс у Solomid'а. Ровно имею в виду, что ровно пока... то, что никто не нападает, все фармят. Я это имею в виду. Там мину уже разминируешь, кошка, нет? Раз 5, наверное, туда-сюда повернулась. Это байт какой-то был. Ага. Так. На мину, да, байт. Оп, оп, и это что такое? Это что было? Спагетти? Это уже вторая такая ульта. Просто чтобы подпушить крипов и не дать еще больше наглеть. Спорно, очень спорно. Ну, тебе просто нужно как можно быстрее крипов убить, чтобы вышка получила минимум урона, и ты сам меньше хп потерял. Не, ну окей, да, это было бы окей, если бы он был саппортом. Но он ЦП, и его ультимейт... А ему в любом случае тут не дадут замесить ульту кастуну. Это два героя с бердамаком. Оп, стань, пошла калиточка очередная. Но от Адажика ульты нет, поэтому как бы могут ребята... Ну, особо не бояться синициализировать. Там Катрин умирает очень жестко от Кэстрел. Оу, кошка тем временем погибает. Да. Кэстрел пытается накачивать, но в Лэнса, не в Адажика. Фонтан заходит только сейчас в Чака. Драка продолжается. Должен погибать здесь спагетти до сих пор... Катрин! Вот это повезло Чаку. Ну, точнее, не повезло, это скилл. Знаешь, просто саппорт 20 из 10, вот просто. Ультимейт топ. Вау, просто шикарно. Я знаю, теперь кто лучше на кистер. Это трипл килл. Что? Что? Ты чё сказал только что? Говорю, даже не знаю, кто лучше на кистер играет. Чак или вон Си? Да я уже лучше всего на кистер играю, ну чё вы. Друид. Ой, ну вот. Не знаю, друид берет фармом. Перефармом даже. Ну вот, накайтил просто там Чак. Вот тут засейвился флеш икс. Очень жестко. На минке взрывается вот здесь вот. Вот просто на мине взорвался и на крит еще фартануло. Ну, по факту, конечно, удача ульта. Здесь тоже зарешала. Ну и ульта, конечно, тут уже не удача, а
Скилл? Да, здесь по большей части. Я, кстати, думал, что ульта не попадет. Что говоришь, Шарля? Думал, ульта не попадет. Я говорю, что здесь как-то на... Нет, я тоже говорил я про то, что тут как-то на самом деле на удачу слабо было похоже, потому что все было сделано очень правильно. Кэстрел подождала, пока у Катрин щит закончится. То есть, ну, тоже как бы не так, что просто как-то отшмаливала, и так как-то рандомно получилось, что попало. Как Вовка. Катя только щит включила, он сразу стрелы дает. Это как сигнал, да. К тому, что надо начинать драку? Да, что Катрин включает щит, все, нужно ее фокусить. Это типичная тактика моих тиммейтов в паблике. Я тоже такое видел, я бомбил, тоже Кэстрил играла. Кэстрил и Селеста играли, Катрин включает щит, они просто две тычки по ней делают, сами сдыхают. Поражают, не знаю. Надо. Само они не понимали, что механика делается. Мне интересно, там Катрин корон уже должна по факту покупать сейчас? Пацаны, Катя, стан надо форсить, что ли? Ну, по-разному делают. Ну... Если у игроков есть какая-то Кэстрил или... Лес-то, вот против Лес-то обычно чего? Часто максит щит, потому что там такой урон отпрыгает. Да, 25% усиления урона, это серьезно достаточно. Подожди, а что дает форс первого скилла? Там оглушение там на 0.5 или на 0.25 дольше. На 0.2, по-моему, больше. А, ну вот. Стан? Откат, по-моему, скилла меньше. Да. Ну, я лично, когда на Катрин бахал, я всегда форсил второй. Так, неплохо. Слушай, ну Катрин просто не живет. У нее нет ничего на армор. А зачем клетка? Ну это было лишним, да. Да там... Может быть на всякий случай, чтобы другие не ворвались. Да там по факту, там почти все потратили. Просто там ульта от... Ульты Кэстрил только не было. Да, если бы была еще ульта от Кэстрил, было бы вообще весело. Ну, там одна Катрина, она вообще как-то пришла так опрометчиво такая, в соло. Типа, иду куда хочу. Такая, ой, а что это вы тут делаете? Она типа, может быть, она рассчитывала... Подожжу, кстати, есть помимо тока еще пистолетик за 300. Дима, ему недостаточно скорости атаки. Она наверное, рассчитывала стилить ультимейтом Кракена, но... Ну, а... Как слепо, я помню. Долду ульта состилил вслепую. Так. Ну, Кракена начинают бить. Флажка нету у ребят ни у кого из Infamous Legion, это плохо. Ставится калиточка неплохая, в принципе, в стеночке стоит у нас все. Ой, как больно, Катрин, даже через щит. Там и Адажику больно. Ну, жесть, это ГГ. Очень много дэмэджа. 916 урона ульта. Очень много дэмэджа, даже по саппорту. Там не выжить. Просто суетится. Ой, ну подожди, подожди, подожди. А? Ладно, может быть, еще успеют, что... Нет? Нет, нет. Окей, все, вот сейчас точно конец. Найтмэ. Кэстрил уже просто положила всех. Здравствуйте, я герой, которого нерфили раз 6, наверное, я все равно имба. Слушай, на... после моих слов на Infamous Legion поставила больше, чем на Team Salamit. Я всех обманул. Я чувствую, что... Тебя вселился Лукаш? Да нет, я... ну как бы я же анализировал, понимаешь, я же не рандомно ставил, как это делает Арсений. Понимаешь? Ой, сейчас бы Доксев выиграл. 6900. Зачем ты так делаешь, Доксев? Максим. Что он сделал? А, Максим. Что? Ты знаешь, что такое It All Can Wait? Ты меня спрашиваешь, что это значит, или знаю Нет, ли я такого человека? Такой человек в ИГ. Ну, знаю. Почему он нас хостит постоянно, все наши стримы? Не знаю, скажи ему спасибо. В чем? Он какой-то профит для себя ловит, интересно, с этого или нет? Да что, нам по норме. А ты меня спрашиваешь об этом? Ну ты же умный! Хорош. Слушай, тут прям отмазался. Вот... Кнопка прям вот рекламы красным горит, она прям жаждет, чтобы я клацнул на рекламу. Прикольно. Ладно, я сейчас попробую переключиться на Wi-Fi. Я сейчас прикольно перезайду буквально, подождите, чтобы хотя бы отставание было не такое большое. О. К-
круто. Найс. Найс работает Twitch. Такс. Ну что? Тек. Давайте посмотрим. Посмотрим, а что мы посмотрим? Там нам что-то показывают вроде как. А, показывают хайлайтики. Ой, лучшие моменты. Даже котишка шугается. Лучшие моменты этого матча и лучшие моменты этого матча залагали. Нет. Макс, прием. Алло, вообще слышно, нет? Да, слышно. Что-то пауза какая-то. О, все, отлично, так. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну, я думаю, сейчас должно быть нормально, на Wi-Fi переключился. Да, нам раздали уже вогики, ой, вам, нам. Вам раздали уже вогики, ребят. Не надо тут. Уйди оттуда. Убери его. Да нет, не обязательно с глаз долой. Боже, вот почему он такой любопытный? Кто? Тут кот, он вот везде ему интересно залезть. Ой, я уже у меня уже сидеть на этом стуле. У меня такой же дома. Ну что? Ну это ж коты, что с них взять-то? Действительно. Такс. Ждем мы, значит, следующую карту. А что с логиками делать? Главное, ничего плохого. Можете это, на лечение Лукашу скинуть. Ох. Текс. Ждем. Следующую карту. Там-то... На самом деле... Предыдущая вот эта вот игра, где мы сейчас, которую мы сейчас смотрели, на самом деле была достаточно простой для Саламид в конечном итоге. Ой, ребята... Вот сейчас бы глаза бы столько смотрело людей, сколько смотрит турниры. Было бы клёво. Алло. Максим. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Что-то вы мне все подлагиваете. Подлагиваем? Логики на рубли поменять потом на обменном. Ну да, так, потихи. Хотя вроде нормально. Ладно, в общем, разберемся. Думаю, тут все не критично у меня. Сколько уже стрим идет? Стрим идет. Ну, сейчас Гвен пикать буду тут. Стрим идет уже. Пятый час пошел. Ой, у нас там драфт тем временем. Так. Да, вот тут взяли в результате Sky, а даже и в бан пошла Лира от Infamous Legion. А Team Solomid в бан пошла Кестер, взяли кошку и Ланса. Ох. Ну посмотрим. Так. Ой, ставки. Чёрт. Опять забыл. Все, поехали, ставки.
Ну что, какие вам драфты, чей драфт вам больше нравится в этот раз? Ставки. Да сделал я ставки, отстань от меня. Так это не я, это чат. Да ты про... О, драфт у Infamous что с флагом? Оба какие-то странные. А? Оба какие-то странные. Оба драфта? А я подлагал еще. Ну не знаю, какие-то оба пика странные, честно. Да, ну кошка, Гвен и Adagio. А, если это оружейная Sky, тогда... Бафкомбыш? Тогда, скорее всего, у Infamous Legion мне пик больше нравится. Бафкомб? Он как-то более... Не знаю, синергия, что ли, лучше. Бафкомбо через оружейную Sky, это, конечно, сильно... Но модно... это лучше, чем Гвен и кошка, мне кажется, нет? Что-что? Но это лучше, чем Гвен и кошка. Гвен и кошка это как-то вообще не синергично. Мне вообще, мне кажется, не стоит договаривать эту фразу. Есть потенциал. Есть потенциал. Ой, еще очень куда. Давай. Спасибо. Дай. Иди сюда. Так. Ребят. Лукаш, боже, Макс. Сейчас бы я Лукаш, пора бы уже запомнить. Да я знаю, просто, ты понимаешь, я спал со вчерашнего дня не очень много, поэтому мне несколько тяжело. Я живу на энергетиках и кофе, и чае. Ну, правда, в чае, если вы не знали, дорогие зрители, есть, содержится кофеин, и его на самом деле... Ну, не кофеин, а может кофеин? Короче, от чая тоже спать меньше хочется. Вот, от крепкого, конечно же. Это так, ну, это да, к это сведению. Поэтому, в принципе, если вы не любите кофе, вы можете наяривать чайки. И там у нас тем временем принимают... А, нет, не принимают. Ну, вот, не знаю, мне кажется, что в замесе, конкретно в замесе, вот в замесе, шансов победить у Infamous... А, да, правильно, у Infamous Legion больше, да, чем у Team Solomid. Но вот соло... Ну, мне тоже так кажется. Но вот соло-таргеты... Выносить ТСМ спокойно могут. Вот как мы видели, да. Что развалили Sky. Вот правда сейчас, похоже, умрет у нас Best Chuck. Вот через крипы закрывается. Ай-яй-яй, опасно. Спагетти, минус. Разменялись. Лесника разменяли на лейнера. Ну, нормально пока. Вот, значит, я не обманул ребят по поводу кофеина в чае. Так, мне вот, я вот смотрю на флаг Infamous Legion и понять не могу, что там изображено, это что за флаг? А он там вообще есть? Ну ты видишь там какая-то ерунда и синий такой... Какой-то крестик или что это? Желтый квадратик какой-то. У меня просто качество не самое лучшее, если я ставлю... Лучше качество, то задержка больше. Какой-то желтый квадратик в красном кругляшке. Я понятия не имею, что это такое. По-моему, это ошибка. Ну, так-то на самом деле... Да нет, какой-то флаг. Но это не флаг Сингапура. Ну, может, какой-нибудь там... Они придумали собственный флаг, я даже не знаю, там, под какой-то другой там государственной организацией играть. Я вот не знаю, честно. У Team Solomid просто пик лучше для нападения, им проще будет залетать через Лэнс и кошку, чем Famous Legion. Ну там типа Лэнс... Намного легче будет залетать. Лэнс, кошка принимают дэмэдж в лицо, сами его неплохо вносят, а Гвен стоит сзади, наваливает. Ну типа такое, ну типичный пабликовский пик без какой-то синергии такой особенной. Вот так скажем. Ой-ой-ой, кошка в Вонг вырезается в спагетти, тот на сапожике просто улетает, а вот теперь уже у Вонка будут проблемы. Там подтягивается Лэнс, жмёт... Ой-ой-ой-ой-ой, как же хорошо. Ну вот, и... А, у Дефткьюта нету блока, и он погибает, но при этом умирает кошка. Ну там кошка умирает... Эти просто пропал, у него было так прилично хп, процентов на 40, оно просто за один раз все пропало. Потому что там прилетела усиленная тычка Гвен.
И... Рутланса вроде бы еще что-то прилетело. Да, да. Там очень много влетело. Рутланса, бафнутая... Дробовик от Гвен был. А? Что? Дробовик от Гвен, говорю, был вроде тоже залетел. Ну, короче, в спагетти залетело нормально. Очень нормально залетело. И он сразу же испарился с карты. Ну, вот... Тим Саламид пока наращивает свое преимущество, но чем дальше будет, чем дольше будет идти карта, тем сложнее им будет побеждать. Вот мне так кажется. Ну да, потому что как бы все-таки потом уже поодиночке-то никто не ходит. А в замесах тут Скай навалит спокойно, и Адажу, да и я не знаю, может даже Ордан что-то будет вносить, если там, не знаю, ту же корону купит. Как бы... Если честно, мне не очень нравится кошка, хоть она и делает много грязи, что ли. Но она постоянно что-то делает, она бегает, ворует фарм, убивает, драки. Но вот в лите она мне вообще не нравится, и в мидгейме. Спрашивают, может ли Гвен проходить вторым скиллом через клетку? Кстати, хороший вопрос. Наверное, может. Ну, в теории... Но если заюзать в правильный момент, ну, подобрать момент... Ой, там в драка Дефт Кью погибает, он вообще ничего не сделал за замес, но при этом умирает тут же Гвен. Кошка на лоу хп без маны. Ну как на лоу хп? У нее половина хп без маны, поэтому надо отойти. Ну опять разменялись лейнерами. Почему? Я не понимаю одного момента. Вот видит, что кошка делает много... Ну она просто бегает, убивает, ворует фарм. Ну типа она полезная, она взяла 6 уровень. Это как бы повышенная угроза для тонких героев. И они не взяли ой, 6... ой. Блок. Ну вот у Адажа только блок есть, а у Скай до сих пор нет. Очень хорошо Лэнс сыграл здесь. Хорошая карта, но только вот... ладно, сбрили, молодцы. Убили саппорта. Ну... Нет, ну Гвен на самом деле здесь не так плоха. Мы видели за... несколько дней еще и похуже. О, я только сейчас обратил внимание, что Адажио, когда ультует, такой типа свет с небес еще появляется. А, да, кстати, есть такое. Да не заметил. Такой шмот. Я вообще не обращал на это внимания. Ну, разработчики стараются, причем так хорошо стараются. Удивляют нас и развлекать. Ну, так... Ты, по-моему, лучший скин для Т2 именно. Да. Для Т2? Ну да. Да, лучший. Но все-таки мне больше всего все равно, вот, несмотря на то, что там ничего особо не меняется, мне больше самый мой любимый где скин. Где ничего не меняется. Это Т3 на Катрин. Т3 на Катрин безумно клево выглядит. Мне на Вокс Т3 нравится прям. Про какой ты скин сказал, что особо ничего не меняется? Ну там ничего, продажи? Т3 на Катрин, он же ничего не меняет анимации. Вообще-то меняет. Ну там щиток красный становится. Ну. Не только щиток, у него все скиллы меняют анимацию. Как? Щит красный, от стана немного эффект другого цвета, от ульты тоже красный. Меняется все. Ну, это такое. Полноценный Т3 скин. Измененная модель, измененная анимация. Ну такое. Как бы мы получше видели уроны, например, вот этот та же Зайка-убийца, да, там. Анимация, ну, конкретно изменена. То есть не только цвет, а прям вот конкретно изменена. Вот Така этот, который ночная тень. Это вообще тоже любимый скин многих игроков. Ну, оригинальный, да, сделали правильно. Ну, блин, если бы они сделали какой-нибудь другой, они же его сколько не выпускали, они его очень-очень долго не выпускали. Если бы они его сделали так себе, ну, я думаю, многие бы не простили. Ну да. Слишком уж много ждали Таку. Но он и получился очень жесткий. Да. Вот еще если Петель такой же получится, просто цены не будут разрабом. Ну, если когда-нибудь будет Т3 на Петель. Да, Кип Калман Т3 фо Петель. Да, да, да. Именно это. Ты это на маечке увидел, да? Да, это я смотрел. Я сначала все думал, Т3, что имеется в виду? Вышка Т3, так, у нас там тимфайт начинается, погоди секунду. И... Ой, не долетел Адан со своей калиткой. Да. Или Адажу сейчас умрёт. Драку подажика на 9 минуте, да. Пожалуй, соглашусь, что он бомжует слишком. Ну, 40 крипов, как бы.
Ой, боже, крипов миньонов. Прошу прощения. Да, и крипов говорят. Ничего страшного. А, ну, ладно. Ну да, особо на даджике против кошки в лесу не постоишь. Шансов маловато, если честно. Ну, ну да. Так-то уже скоро будет лейт-гейм, а у нас... А, это фирменный билд Ванси через два стекла, ультраберстовый. Ооо! Ну, знаешь... Она просто за два скилла тебе все лицо. Макса голос похож на голос Кинана. Знаешь, сколько мне раз такое говорили? И не только про Кинана. С кем меня только не сравнивали. Что там с новой Кестрел зимней? Ну, клевая. Хорошая Кестрел, наконец-то, да, наконец-то скин, который не выделяет выпуклости женского персонажа, да, а как бы такой, наоборот, запакованный. Необычно, оригинально. Запакованный. Необычно. Кестрел такая уже есть. И а даже тоже был ХП под ним. Зимняя, а всякие. Даже для начала нужно хотя бы один предмет на урон закончить. Да у него вообще ничего нет, лол. Да, кстати. Он же бич. У него... Ну ладно, он чуть-чуть ему не... У него вообще все плохо на самом деле, просто же... Не, они по идее Infamous Legion не выиграют игру, если у них лесник в таком положении, это... Да, слишком сильный прессинг получается. Ну, слишом большое преимущество получит. У кошки два стекла, а даже когда же нет ни одного предметного. Закончено. Если смотреть, продажи кастуют кор героев. Такое себе. Кошка вгрызается в Deft Q, ну вот и два осколка, пожалуйста, во всей красе. Один скилл, две тычки, и ты уже мертв. 400 каких? 800 урона за два скилла от кошки прилетело? Да? Ну, не за два скилла, а за две тычки. А, он ножок купил? Прикол. Ну, это значит, что он урона вообще наносить не будет. Даже здесь купил ножок? Лол. Это значит, что он просто второй, как второй саппорт, только без фонтана. По-моему, сейчас это не то, что надо Infamous Legion в данной ситуации. По-моему, да. Ну, как бы контроль это у них так. Мне кажется, здесь по-другому не получится, потому что если он начнет докупать ток, потом варить миф, это уже игра закончится, короче. А здесь он пошел такой all-in, что ли. Он будет просто делать весь упор на скайпе. Ну, слушай, он мог докупить... Давать баф, давать хил и все, а сам будет умирать. Он мог докупить переменку, по крайней мере. Ну, а уже толку-то? Там у кошка уже третий предмет на урон варит, у Гвен уже три. Толку от тока, ты только первый закончишь. Жми, но ты баф. Все равно урона уже не нанесешь нормально. Жми баф, нечего тянуть, это все. Ладно, он не хочет... Кошка ульту не максимум, вот нажал баф. Ордан еле-еле уходит. Ну, последний тавр падает, и будет падать сейчас кристалл. Прожимается хилочка. Надо драться до конца гейминг. Погибает у нас кошка. А Гвен пытает... Гвен дамажит кристалл, неужели... Ой, Лэнс, бей кристалл. Лэнс, бей кристалл. Нет, не убьет. Ну, он время тянет просто. Просто тянет время. Выжил кристалл. И, слушай, ну, еще не все потеряно. Вот меня напрягает этот чел, который ноги на стол ставит. Это Вонси. Что-то он это... Ну, удобно ему так. Может, действительно, у каждого свои там какие-то заморочки. Конечно, не очень культурно, но... Ладно, что взять-то с проигроков. Такие они сидят, типа... Аваланчи и Infamous Legion проиграли? Я не помню кого-нибудь. Антон. Да. Аваланчи проиграли. Кому Infamous... Аваланчи проиграли? Infamous Legion. Первое. А второе — Гонсар Сириус. Там драка начинается. Мы же с тобой это комментировали, Макс. Блин, думаешь, я все катки помню? Там Гвен ЦП еще была, которая камбэкнула жестко. Ну, Гвен ЦП я помню, название команды не помню. Так, их слишком много, мне не знакомо. Тем временем замес идет, погибает Гвен. Ай, кошка бы шла бэкдорить, серьезно? Сейчас бы на кошке побэкдорить. Такой у него закуп какой-то видел? Он не сломает. Кошка может забэкдорить. Два стекла. Он за два скилла там полкристалла снесил с таким. Это что было? Это бред. Алло, серьезно? Еще пару таких бэкдоров, и ребята проиграют. Лоу. Ну это слишком. Много золота отдает за такое. Так они за уже почти все преимущество отыграли. Infamous Legion почти все преимущество отыграли. Сейчас еще Кракена заберут.
Infamous красиво в треугольник берут. Infamous из какой страны? Сингапур. Что делает Best Chuck? Да боже, Team Salamit, лол, серьезно? Давайте, пошел этот конвейер. Конвейер. Он и, блин, зачем? Он и блок прожал, и второй скилл прожал одновременно. Зачем? Но ну, это уже нервы, мне кажется, очень давать серьезные ошибки. Потихой. Да. Как-то слишком уже рано расслабились. А на самом деле пик еще может перевернуться, потому что, ну, как я считаю, Infamous Legion все-таки лейт-то посильнее. Вот как раз 15-я минута перевалила за 15-ю минуту. Это как раз-таки late game. Не стали они брать Кракена? Так, драка идет, надо убивать минус кошка. Им нужно убить Скай, эту быстро, очень быстро убить, пока... А, тут уже Ардан подпел. Скай уже не убить. Вот за это я не люблю кошку в лите. Если ты заблудил стан, она умирает. Да. Какой бы у него ни был закуп, она все равно умирает. Да. Ну... Кто-то на самом деле, там еще пару файтов, и можно Рошану забирать. Боже, Кракена. Антон. А? Ты считал, сколько они золота отдали за этот фит? Нет, но у них было около 8000 преимущества на момент того, когда голый кристалл остался у Infamous Legion. А даже до сих пор ток не закончил. 4к они отдали, 5к. Ну, у Адажио... А зачем Ардан стекло? У Адажио... Адажио вообще, это, ему кайф. Он не напрягается. Блин, если ставится калиточка, там втроем в стане стоят. Неплохо, Соломиды сейчас все сделали, Адажио ставит свой ультимейт. Скай выходит из... А, это их калиточка, лол, минус Адажио. Должна погибать кошка, минус кошка. Остается Скай 1 в 2. Ну, не знаю. По-моему, здесь уже это конец. Пытается, конечно, Дефт Кью как-то отманцевать, но попадает на рут. Бест не прилетел через стену, к сожалению. И это good game. И 2-0 в пользу Team Salamit. И у нас, собственно, ждет следующая, последняя на сегодня карта. Хаммерс. Интересный выбор Ардана, то, что он купил стекло. Ардан купил стекло? Да, кстати. Ну, ну так, чтобы чисто наносить побольше дэмэджа. Даже если ты решил вдруг взять... стекло, ну, типа, какой-то кристальный урон, который у тебя, ну, не особо нужен, если честно. Ты бери уже лучше миф. Зачем тебе стекло? Ну... А почему? Почему миф? Как... Потому что, как правило, к лейту у героев уже есть 12 уровень, а значит, статы как бы побольше. То есть, урона со стекла будет поменьше. Да и защита обычно у всех есть от кристалла, правильно? Зачем тебе стекло? Бери миф уже тогда. Ну, можно выбрать победителя, пожалуйста. Спасибо.